Всем привет, ребят, с вами Лего и Флаффи. Здорово, ребят. И сегодня мы будем проходить... Джимини-компанию, Джимини-операцию. Опять на трейне. Страж, совместные испытания, заработать победу, убив 30 врагов с ВП. А прошлый раз было 15, да? Предыдущее. Да. Не помнишь? А зачем они... Да, а зачем они, типа, так сделали, что... вот было 15... А теперь 30, как будто это тяжелее, типа, что-то станет. Сложно, сложно становится потихоньку. Сейчас мы покажем, может, как на трейне прям... сложно. Сейчас просто по фаст прохождению. Че, АВП, что ли? Конечно. Ага, да, конечно. Думал, прям дадут тебе АВП. Дадут. Нет, и чего не дадут. А самое интересное, что я теперь обнулил свои звездочки. У меня теперь снова первый уровень, новобранец. И мне дали какую-то большую звезду. А, и написано там что-то. Да-да-да, за 16-й год. И что, каждый раз за год дают, что ли, медальку или что? Да, за каждый год будет тебе медалька. Я, кстати, не знаю, а что будет, если, допустим, ты апнешь? Еще ты раз, да? Еще твой... раз, если апну. Да-да-да, вот мне да, тоже да, интересно. Да. Если я еще раз апну, то что тогда будет? Получится ли, я не знаю, там, какая-нибудь она будет позолота или еще что? Замброта будет тебе в Насяндру. А не по золоту, это же Гейб. Он все сделал в своей кейсе, чтобы люди задротствовали просто как сумасшедшие, и все. На этом остановились. Да-да-да-да-да, раньше ты хоть что-то получали. Сейчас вообще ничего не получают уже. А теперь только за уровень, то есть раньше... Да-да-да-да-да-да-да-да. Потому что тебе повезет, но сейчас... Почему у меня персонаж не прыгает, что-то с ним происходит? Он какой-то немного упоролся. О, идут! Батоники. Нормально они им прилетают. А у меня сколько пинг-то? 139. Да что ты будешь делать? Я не знаю, что там происходит с этими пингами постоянно. Мы играли в соревновалку, все нормально было. Теперь 139 пинг. Но они издеваются, по-моему, мне кажется. Просто издеваются. Просто гады. Ну что, ты готов побеждать ботов? Да. Подожди, это новый трейн или старый? Я просто в CSGO, по-моему, не играл на трейне. Там, ну, в старом трейне точно такого не было. Вот это, вот эти два ящика, на которых я прыгаю. Ребята, еще он беркут. Идут. О, идут. Ну ты беркут. Это новый трейн. Ну ты беркут. Сделали обновление. Да? Где они? Ой, ёптать. Ты серьезно? Так получилось, я не виноват. Он что, бомбу ставит? Или что он делает? Помню то, что бомбу нельзя, слышишь, чтобы ставить. Да-да-да-да. Или он просто сидит. Он потерялся где-то, он бомбу ставит, да? Он, или он ее найти не может. Классно, да? А что у меня какие-то лаги? У тебя были лаги? Нет. А у меня лаги какие-то были. Жестко. О, меня трясет. Вот, я тебе и говорю, вот, что-то не я то. Я летаю, да. Такая же фигня, да? Как будто что-то с серверами. Это попрыгать надо. И смотри, а 40... И пинг сразу стал, смотри, нормально. Тап нажми, смотри, 130 был, стало 40. Да, да, да. Алло, Гейб, ты там прекращай. Завязывай с этим. Ты что там будешь? Если делаешь выделенные сервера... Да Гейб, я говорю. Если делаешь выделенные сервера, то делай их нормально. Да. А Флаффи, как обычно, спит. Бегут где-то, да? Я тебе стал говорить, что это придумал. Идут. Да, бегут с этого шарта. Да, шарта. Ты не устал? Я ему в голову дал, Олег. Смотри, сколько гранат валяется. Подожди, я до АВП дошел. Дропаю. Ну что ты делаешь? Не кидай пока. Оставь, родной. Чё, Жавик, вот ты засранец, а? Ну конечно. Авик. Не допрыгнул, 5 хп отнял. Топ убийца в кейсе. Ты слышишь, где они топают? Я слышу. Я слышу, Флаффи, где они. Они в твоей ноздре. Давай. Да? Да. Сейчас проверю, подожди. Давай. Прикрой меня. Вытащи оттуда сухарик. Опа-на. Где? Не, слышу, там ничего нету. Алло. Помогай, убивай всех, пофигу. Я проверял. Я могу не... Я могу не попасть. Чего? Да это... Флаффи, Алёша. Флаффи конкретный царь-победитель.
царь и победитель этих каток. Ты куда там ставишь? Алло! О, господи, господи, что ты делаешь, Флаффи, прекрати. Зато у меня авик есть, а у тебя нет. У тебя авик есть, да? Да. Все, давай сразу тащи. Сразу... Можешь сказать как? Как, чё как? Как тащить? Как ты его не убил? Ну ты же видел, я прицелился в него, а что-то не получилось. Не срослось просто немного. Бывает же такое, просто или нет? Просто топчик. Я очень классный супчик. Просто я умею стрелять. Не то, что ты. Давай ты их, короче, убивать не будешь? Давай, давай. А я сейчас фастом эту миссию пройду. Давай, так и сделаем. Вот ты мне говори, где там они, нету. Короче. Там нету. Есть, идут, идут. Один идет. Готовься. Ну где он? Один там ты был. Ты мне наврал. Так, не верю больше. Сзади, вот он. Есть там. Хорошо. Еще вышел, вышел. Да стой, не убивай. Да ё-моё. Нормально. Еще вижу, спускается. Вижу, еще там. И вот один. Опс, опс. Давай, убью, убью сейчас. Давай, давай. Давай, ну вот тут. Сидит, смотри. Сидит, давай. Не попал. Добей его, блин, не ладно, трать не хп. Это так же, как с ножом. Да, 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 да. Все, нормально. 2600 у меня. Первая пятерка уже готова. Сейчас главное дальше так идти, я тебе буду говорить. Они же сейчас бегали, все равно будут. Хотя сейчас они могут быть уже злыми, они могут УЗИшки, по-моему, сейчас купить всякие непонятные... Да, их... во втором, там хрень. Сейчас будут непонятных Юриков покупать и прочую он, задницу. Он, он. И же идут, да? О, резинка. Чего это, да бред? Нормально. Я же ноузум пытаюсь дать. Да какой ноузум, там еще есть. Так убиваю. О, дал ноузум. Да. Еще сзади, по-моему, нет? Нет, где, нормально где, вот здесь все. Здесь, да? У меня 50 хп. Нет. Ты не улетай так. На, на, Олег. Что ты делаешь-то? Бамбу вроде никто не ставит. Где еще двое остались? Дроп-рум, походу, идет. Давай, смотри. Да ё-моё, серьёзно. Минус 94. Какой минус 94? Я в него сколько стрелял сейчас? А, это потому что я его в прошлом раунде убил. Минус 94. Вот я парням нанес по 240 урона. А где еще один? Это, короче, КС топ. КС топ? Не знаю. КС топ. Топ КС. Опа-на. Ты видел его? А я видел. Ну, может быть, он пойдет забирать долбанную бомбу, нет? Че он вообще делает? Это не смешно, по-моему. Ой. Это забавно. Забавно, да? 17 хп. Топчик, отдай мне авик, потому что... Ну ты понял. Давай, ты где? Мало, да? А у тебя 56 хп, не буду я тебе отдавать авик. Убивай их нормально и все. А, чтобы точно. У тебя 100 хп было. Хитон. Если они ко мне сейчас сюда будут забираться в комнату, это будет провал. Давай, короче, если они к тебе забираться в комнату будут, я их буду убивать. Да-да-да-да-да, давай так и я сделаем. Я спрячусь. Лучше вообще сразу убивать. Хотя сколько? 9 уже, да? Нифига. О, себе. Хорош. Кидает мне уже всякую шляпу. Куда попал по нему, он не умер. Где? Убивай его! Хорошо, но у меня хп не... Сколько у тебя? Я могу авик купить. Ты давай. Где? Вот я, давай я забрал. Так, поехали. Вообще я чувствую, эту миссию лучше выполнять, чтобы у одного... Ну ладно, давай попробуем. Давай попробуем, да, так. Так, я просто сейчас буду забирать. Да, нужно, ну, вот сейчас нужно дефать, они сейчас уже полностью с закупом будут, будет уже тяжело. Будет... Чё такое? Чё такое? Так легко обмануть. Минус еще 10. Да хорош ты там, не можешь нормально, что ли? Подо мной идут. Да? Да. Хе меня закинул. Да что это за бред? Он что, бамбу ставит? Нет. А, на, бамбы нет. А где он?
Эй, парень. Фу. Алекс свой помнишь, где находится? Да, наверху. Забирай, иди. 17, ё-моё, это еще два раунда надо? Или подожди, или три? Три надо еще. Даже 4. Почему 4? Ну потому что 17. Еще один остался, что ли? Сейчас смотри, ты убиваешь 18-го, нам еще надо 22. Еще? Почему 22, всего 3? Надо 12, ты что, считать Ой, не умеешь? Да, 12. 22, кретана! Подумаешь, десятку где-то потерял. Все, 3, да. А что, тебя сразу сбрили? Почему так? Ты их выпускай. Это прикольно. Давай, где? Вот тут. Легче, полегче, тихо, тихо. Не знаю, где еще один, но подходит, по-моему, к планту. Нет? Планта чисто. Планта чисто. Откуда? Вот, еще шорт, шорт. Сейчас убью. Давай. Тут мне флешку. Он еще флешку кидает еще. Да. Да лучше не иди, встань наверх, и все, они Я сами придут. Поверь. Не надо проверять. Подожди, один где-то где есть. Да, один за вот этой. Идет ко мне, прикрой. Один на второй линии. В ногу попал ему, в ногу, серьезно. В ногу. Давай. А где он? Вижу его. Вышел. Да что попасть-то не могу. Вот еще один. Убьешь? А последнего? Подожди, а где последний? Куда он утопил? Я есть, вижу. Где? Вот там. Хорош. 45 хп. Чё? А, вот 95, все нормально. У меня сотка. Все отлично. Если нормально чё, выровнялись. Да, нужно осталось еще два раунда взять. Они сейчас тоже, да, будут закупать АВП? Вот это печально будет. А прикинь, они сейчас в конце этого дурака выпустят. О, а я думаю, выпустят, ну, по идее-то. Варфейсного пацана. Видишь их, нет день. Нет. Я понял, короче, смотри, это чё? Парень, который очень жесткий, да? Угу. А внутри него сидит какой-то тупой школьник. Варфейс? Да, Варфейс. Идут! Идут, да. Типа костюм из Варфейса, а внутри сидит игрок. У одного ВП было, это нормально? Это нормально. Но незаконно. Почему не каждый раунд разная бомба? Не знаю, но им нравится всегда с новой бомбой ходить. А у нас бомба пропадает. Представь, блин, прикольно было бы, если бы у нас 5 бомб таких валили. И они каждый могут подобрать, да? Сзади! Хорош! У меня 20 хп. Ты лучше бы сидел там. Потому что вдруг чё? Ну зачем ты в меня гранату кидаешь? Я же вижу всё. Я опять задал. Откуда? Это я. Ласт сейчас остался, блин. Где этот ласт, бичоныш? Ты где? Приходи, мой друг! Ненаглядный! Ну, он мне вот сейчас как раздаст просто с прыжка, минус 62 хп в голову, и все. И меня не будет. Не, он вообще бом-бом. Где ты? Да выходи! Нормально. Откуда? Давай, тащи, нам осталось последнее, да? Нам, да, последнее. А где мой авик, не видишь? А, двоих осталось убить. Все, забуривайся там куда-нибудь. И сиди, жди волну. Волну мутантов. Нам Идёт? Двоих осталось, и все. Угу. Пока не идут. Не идут. У тебя там чисто? Идут! У меня, да. Где? Я не могу попасть. Сейчас ноузум дам. Ноузум. Блин, ну али. Ну ноузум. Да ну тебя нафиг со своим ноузумом. Ты же no Сильвер. No Ты ну Сильвер. Да, конечно. Смотри, mission rounds failed. Меньше очков дают. Чем больше ты раундов фейлишь, тем меньше очков, оказывается, дают. Тогда это получается вообще ни одного зафейлить нельзя. То есть получается, да, если ты не фейлишь, то тогда больше опыта тебе дается.
А если больше фейлишь, вообще практически можно ничего не получить. За хедшоты дают побольше, за точность, чем ты точнее бьешь. Короче, это за все приколюхи. Или на команду? Не знаю, там понятия не имею. Как бы мне-то не особо есть смысл выполнять, потому что у меня нет операции вообще. Так, я выбрал трейн, и у нас там будет just reporting the weather. Серьезно? Опять трейн? Да. Моя любимая карта, но, блин. Заработать победу, бьют 30 врагов АП, can't only им money from kill rewards. Нифига себе. Охренеть, то есть ты не можешь... Нам не будут даваться деньги за убийство? И чё, патроны кончатся и всё? Или чё, я не понял. Вот, АВП я сейчас могу купить сразу. А, да, конечно. Это разминка. Да, это разминка. Подожди, мы сейчас за убийство не будем получать. А, то есть мы просто за выигрышные раунды сможем получать. Ё-моё! За выигрышные раунды даются сколько, Олег, на то КС? Забей. Здесь, наверное, по-другому. Здесь вообще денег не будут давать. Здесь нужно дойти до того момента, когда они сами купят АВП. Так что, Олег, сколько за... Да понятия не имею, я что, задрот, что ли, тебе? Мне это неинтересно, главное, что я лучше играю, чем ты, а ты обоссанный силер. Ага, ага. Ага, ага. Ага, свинота. Ты будешь меня спасать, нет? Парень. Подожди, а деньги ты мне дали? 2400 и чё? 2400. Ааа, они дают, короче, за убийство, видимо, с АВП. С пистолетом. Мне, видишь, тоже 300 только дали. Ничего не понял. У тебя всего 300? Да, а тебе за то, что ты с ножа зарезал? Ну? Да, идут. Да серьезно? Классно. Вообще топчик. А как тебя убили? Как обычно? Я стреляю, и тут еще 4 выбегают. А 200, у меня осталось деньги, 2700, и у тебя 900 осталось. По-моему, деньги остаются. Nice. Да, деньги остаются. Давай, поехали уже. Ты можешь просто убивать, а не умирать? Ты можешь просто убивать всегда? Вот ты, кстати, ты же говоришь, что ты крутой игрок, а на самом деле, если посмотреть все миссии, которые мы играли, ты все время на втором месте. Если не надо, так. Я не все время на втором месте. Все время. Все время. А если посмотреть катки все в CSGO? Все время. Катки CSGO, нету никаких каток CSGO. Все время. Ты из трех каток мы сняли. О, вон, друзья твои вышли. Да, ну Олег, тут ты подвигаешь. Вот это парень. Сразу видно. Global Silver Light. Суду перезарядился, он услышно. Global Silver Light сразу видно. Global Silver. Ты такой топчик вообще. Я вот похлеще, чем ты. 5-1-2. Ты даже в стрелянных играх боты играют лучше, чем ты сейчас против ботов. 8-0-1. Ну, топчик. И бегут где-то. Я не слышу. Шучу. На АВП надо чуть-чуть. Чуть-чуть на АВП и поехали тридцатку набивать. Ты где, топчик? Супчик? Топчик, у меня на шарте идут. На шарте? Да. Давай. Мочи их. Супчик. Супчик, ты где? Одного взорвало. Nice. Нормально. 3900, 4200. У меня горил есть. У меня тоже горил есть. У тебя до АВП сколько? Много. Почему? Почему так все плохо? Вот так супчик. Вот. А ты с Галилой умеешь стрелять? Да. Да тихо ты не стреляй. Я понял, у что ты умеешь. Есть, а? Подожди, а эти жизни не дали, что ли? Или еще мы не всех убили? Дали вообще-то жизни. Ладно. Ладно тогда. А почему у меня 73? У меня меньше полтинника было. Идут. О, да. О, хаешки кидаю. Дикой. Я хаешку, подожди, я им откину еще. Они вдалеке. Не попадешь ты на дальняк. Меня убили. Сзади. Возле плента уже нормально. Давай. Еще идет там, еще один будет.
Блин, а со своим шотганом. Нормально. Еще сколько там? Один остался. Блин, может там пойдут, не знаю даже. Да лучше сидел бы. Я сейчас хочу более выгодную позицию себе занять. Давай. Калаш, калаш, калаш. Да какой калаш, тебя сейчас убьют. Покажи, супчик. Покажи, супчик, на что ты способен. А у тебя на АВП хватит потом? Мне нет, я ж бомж. У меня 3600, ё-моё, это ты там с ножей порезал. Когда он выйдет уже? Видит уже сегодня или не видит? Подожди, бомба вот здесь, да? Бомба под тобой прямо, да. Да он не будет ее подбирать, он сейчас будет полгода бегать, купить. А вдруг он пойдет плентить, короче, я спущусь и убью его. Ага, будет он плентить, во. О, слышу, подо мной. Тихо, вдруг серьезно бомбу плыть. Да не будет, он сейчас будет тупить бегать. О, я увидел. Вот он. Давай. Смотри, серьезно плыть. Да убивай его, ты что на него смотришь, ты сидишь? Сидит на него, смотрит. Он мне, кстати, голову дал. Да я тебе и говорю, что ты сидишь, смотришь. Вот дикой, вот дикой. Топчик. О, как из этого дерьма стрелять. Ну, это твое любимое оружие. Оружие всех сильверов. Идут? Не знаю. Оружие всех сильверов. Это твое оружие. А что, не так что ли? Ты не сильвер хочешь сказать? О, идут! Откуда? Вижу. Еще там будет? Во, прилетело оружие. Ну, это не то, это резинка. А мы же сейчас, подожди. Это резинка. Что-то нет оружия больше. О, сзади. Аги, 18 хп. 16. Ё-моё, вот он нам хорошо в спину дал. Где калаши-то? Ой, калаши, наверное, нашёл. Не хватает мне чуть-чуть. Надо? Гранату надо, Олег? Давай. Подожди, сейчас что-то надо будет делать. О, у меня на авик хватает, кстати. Давай в следующем раунде авик, если нас сейчас убивают. Вдвоем купим? Да. То вдруг сейчас серьезно убьют. А, знаете, что можно вообще сейчас сдохнуть? Тихо-тихо, идут. И дурак идет, здоровый! О, охренеть. Блин, ты бы раньше мне сказал, я бы убил, ну, я бы хотя бы рассчитывал, я бы отошел. О, зато авики купи. У меня не хватает, ну ладно, ты сейчас тогда убивай, а я это в следующем раунде куплю. Либо мне одного с пистолета надо убить. Он на третьем, да, пошел раунде, этот здоровый бык? Не скажу. Мне нравится, как люди пишут комментарии, типа, вот, вас боты убивают, вы попробуйте сами сыграть. Я бы поржал бы еще хлеще, как вы над нами. Типа, о, даже ботов убить не можете. Такие тролли всем, прямо имеры, конкретные убийцы, контрструйка. А там сидят на самом деле какие-нибудь такие... Сильвер 3 звезды. Люди, вышли. Которые сильверами такие, сильверы сидят. Топчики там, с тремя, с четырьмя. Тихо, да, я убью. Давай, один подо мной. Мне навик надо было заработать. Все, навик заработал. Ой. Хорош, ну типа дальше. Нормально. Купил авик. Подожди, а этот Гвардиан, он что не умрет. Ты там, Олег, говоришь, кто выше там? Гвардиан. Гвардиан, он это не умрет, понимаешь? Не умрет от одного выстрела с АВП. Гвардиан не умрет? Нет. И, по-моему, даже в голову не умрет с одного выстрела. Я ему калаша в голову дал. А с авика, я думаю, ну авик дамажит там 400 или 500 в голову. Сейчас посмотрим. Идут. Откуда? Стреляли где-то. Вон идут. Дикой кидают. Ушли. Хорош. Они напал все под ноги кинули и убежали двое. Топчики. Все, сидим тогда, ждем их. И сейчас у нас будет 6 только. Ё-моё, как с Гвардианом-то быть? Чё такая подстава-то? Не знаю, а ты показываешь свой скилл в кейсе? Ну ты, конечно. Ничего себе. Во, еще там есть? Или не знаю. Или он из Зиги выходил? Из Зиги один вышел. И больше его нету. Эй, Зиги, ты где? Зиги, Заги, Заги. Тихо. Нету. Я тоже не вижу. Я 8 хп потратил. Я вообще ничего. А чё, подожди, если патроны на авике кончатся? Не кончатся, зачем они в каждом раунде же даются заново?
Да? Да. Меня обманули. А, нет, смотри, не дали. Ой-ой-ой-ой-ой. Серьезно? На хрен убить не надо, у нас, в принципе, хватит. Идут. О, стреляют, стреляют, где? Тебя? Все, мне хана. О, блин. У меня такая позиция глупая, я вообще так глупо все сделал. Стать лучше на зелени надо стать. Еще есть там у тебя, да? Нормально. У меня, я не вижу пока никого. Хорошо. Всё. Хорошо. Так, это 13. Всё. И даже половины еще нету. А так бы, если бы без двух, было бы 15. Но там не важно, этот сержант все равно выйдет. И нам с этим сержантом придется мозг палить. Конкретным образом. То он гвардиан, то он сержант, то он ну, сержант, он там джиггернаут, он сильвер элит, короче. Он предводитель этих сильверов, он будет просто идти. Просто будет это, за сильверов бить. У меня бегут. А его, наверное, с ножа зарезать можно с первого. Нельзя, нет. Помоги! Ну ты чё, не попадаешь-то? А, джиггернаут, да. Ой, хана тебе. Ты чё, перезаряжаешься? Хорош. С левой стороны они могут быть. Убивай его. Видишь, он в голову. Еще раз. Да убей ты его. Че ты ему еще раз не выстрелил? Блин, тебе надо тащить. Это дикой был, который стрелял. Тихо, он бомбу плентил. Сейчас же Гернант будет плентить, ему вообще насрать будет. Ты будешь попадать? Уходи от него, ты три раза уже не попал. Все. Сколько? С четырех? Не знаю, но походу да. Это головы. А ты эти попадал или не попадал? Разы. Какие эти? Ну, два раза я попал по нему, чтобы убить. Забить. Короче, один хедшот и два раза еще попасть надо, да? Жестоко. А, просто жестоко. Это получается сколько? Иду, да ё-моё, сколько можно-то? Опять иду, да ё-моё. Я тебе в голову. Да ё-моё, Олег, я опять по тебе попал. Хватит стрелять по мне, что ты делаешь? Я стрелял по боту, а попал по тебе. А где Жига? Нормально. Жиги не будет? Жиги в следующем заходе? Может быть и в этом, не знаю. Блин, мне кажется, куда должен по-любому быть. У тебя сколько? В следующем там будет 2 или 3. Ага, конечно, 10. У тебя сколько хп? Я фуловый. Нормально, вот мне нужно это. Не умереть. Если человек, короче, надо его как-то аккуратно принять. Это хорошо то, что они... Это хорошо, что это, что ты ему в затылок вдарил с АВП. Два раза, два хедшота, наверное, он труп. Но какие, сейчас, да? Мне кажется, после этого раунда точно пойдет опять. Вот наш... Чё там? Это не Жига. Это не Жига. Ну, значит, в следующем раунде будет Жига. Жиган, Димон. А где он, труп? Надо его заскриншотить. Нам ещё два раунда выиграть надо, Олег. Два раунда ещё, ё-моё. Два, это жопа. Как быть? Сейчас самое обидное, это когда у тебя будет 29 из 30, и Жига раунд выходит, минус 2 делает. Они заколебали быстро выходить. Это сейчас долго. Два раза очень быстро вышли, а сейчас да. И сейчас с Жигой, сейчас, значит, пойдут. Сейчас они решили поменять свою тактику. Угу, не раш, вот сейчас. Идут, идут! Кидают напалмы свои. Последний где? Нормально. Вот сейчас точно Жига пойдет, ну 200%. А почему, кстати, сейчас Жиги не было? Не знаю. Если он... даже не обязательно Жигу-то убивать там. Да, убить, точно, всё. Точно. Вообще забей на Жигу, просто два... двух чуваков убиваем и все. Прикинь, сейчас 5 жиг пойдет. Идут. Кстати, будет весело. Двое. Хорош. Не выстрелило, бам. И жиги не было. Да, ну. Какой-то странный, в центре замеса какие-то жиги ходят. Ну, может, тоже рандом, как раньше, с ножами и всякими. Ну, я думаю, мы миссии да пройдем когда-нибудь в этой жизни. С вами был Лего и Флаффи. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока. Пока.